22 июля президент нашей страны сказал такую интересную фразу, после которой во многих национальных республиках очень много чего произошло страшного, неприятного, трудного. Он сказал, что нельзя заставлять учить неродной язык. Эта фраза была интерпретирована в очень многих местах и очень по-разному. В частности, нас, директоров школ Казани, вот меня конкретно, пригласили на совещание в октябре месяце, 15 октября, и дали срок, что в течение 2 месяцев мы обязаны уволить почти всех учителей татарского. Нам дали дорожную карту, как мы должны увольнять учителей. В школах любые мероприятия, меняющие систему образования, всегда проводится в летние каникулы. Представляете, учитель, в общем, у которого не самые высокие заработки, он в декабре будет уволен, а у него кредиты, у него дети или еще что-то. То есть то, что вообще-то никогда не производится. В системе образования любые изменения, ну, например, учили изменить какую-то нагрузку учителей. Учителям обязаны сообщить об этом до отпуска, то есть в мае месяце. Вот. Прокуратура очень быстро поняла, что от нее хотят. Пришла прокуратура в нашу школу. И первые вопросы они стали задавать пятиклассникам, шестиклассникам, маленьким детям, в отсутствие родителей. Они стали спрашивать, приходят люди в погонах. Вот майор прокуратуры Лилия Габдуллина приходит еще 8 сотрудниками и начинают допрашивать детей в отсутствие родителей. А зачем им нужен татарский язык? Дети пугаются. На столе лежат учебники татарского, у них проходит урок татарского. Вот один пример. Дети перепуганы. Приходят люди военные с их точки зрения и начинают их допрашивать. Родители, естественно, возмущены. Следующая картинка. Решает в тот же приход. Прокуратура решает посмотреть, а как у нас живут дети в интернате. Вообще говоря, в жилье у нас есть Конституция России, такая же, примерно, есть Конституция Татарстана. У нас нельзя без санкций сюда входить в жилье. Прокурор, естественно, считает, что ей, естественно, можно. Она входит в жилье детей. Видит, там живут девочки. Девочки, естественно, как вы прекрасно понимаете, так же, как и мальчики маленькие, не всегда выбирают свою постель. Вот, и там лежат, прошу прощения, женское нижнее белье. Девочки, которым учатся в 8 классе. И прокурор начинает фотографировать эти личные вещи. Представляете, какое отношение ребенка, его мамы. Вот это то, что вот у нас происходило. Благодаря тому, что вот происходило все настолько топорно, настолько все незаконно, нам удалось сохранить татарский язык. Вот смотрите, я связываю приходы прокуратуры, инициированные словами президента. Заметьте, не законом еще, но теми словами. И даже словами, которые можно было истолковать разумно. Но ведь запрещение, слова о том, что нельзя принуждать изучению неродного языка, точно так же относится к английскому языку. Но мы же прекрасно понимаем, что в нашей школе человек не может отказаться изучать математику, изучать географию, изучать английский язык. А вот татарский язык можно взять, так вот и выкинуть. Учителя татарского можно взять и выгнать. И поэтому, благодаря тому, что у нас в школе, как и в любой другой школе, есть родители, которые имеют юридическое образование, я обратился к ним за помощью. И мы составили иски в суд и подали в суд на прокуратуру. Эти суды длятся уже полгода. Не полгода, значит, уже практически год с ноября месяца. Ближайшие события, почему, собственно, вот я сегодня здесь, уже по дате. Дело в том, что 9 октября, в 10 утра, если кому-то интересно, можно посмотреть, в каком зале, это у меня на страничке есть, на страничке школы «Солнце» есть, в группе «Татары и татарочки» есть, стоит заседание Верховного суда на тему о государственных языках Республики Татарстан, об изменении в ВГОСах, и все это проистекает из нашего иска. Дело в том, что тогда, когда прокуратура поняла, что дело идет всерьез и надолго, меня стали наказывать, меня стали штрафовать. То есть, если просто человек подает в суд на государство, на прокуратуру, о том, что ему не нравится, что его там ребенка то ли не дают часов каких-то, то ли лишнего дают, эти суды, как правило, убирают эти иски, потому что конкретным образом не нарушены права человека. А вот когда вследствие того, что я, живя по Конституции Татарстана, и вследствие того, что президент сказал то-то и то-то, прокуратура решила меня наказать, подала на меня в суд, первым подал я в суд на прокуратуру, потому что они нарушают права детей. После того, как прокуратура поняла, что это всерьез и надолго, они подали на меня в суд за то, что у меня слишком много уроков татарского языка. Заодно они решили наказать меня за то, что государство не построило нам спортивный зал. То есть у нас школа 5 лет живет без спортивного зала. Разумеется, это плохо.
Но вы прекрасно понимаете, что в государственной школе деньгами директор не распоряжается. Деньгами распоряжается учредитель. Учредитель не построил нам спортзала. В этом оказался виноват я, меня оштрафовали на 25 тысяч рублей. И вот благодаря всему, всей вот этой вот кухне, получилось так, что если нарушены права человека, то я могу сказать, что если я толкую законы таким образом, на основании Конституции Татарстана, на основании того, что Конституционный суд когда-то решил, что в Республике Татарстан, не только в Республике Татарстан, в любых национальных республиках, ну в данную секунду говорю про Татарстан, татарский язык государственный так же, как русский, и так же равнозначим, то я имею право так толковать, потому что я не юрист. Я толкую закон в пользу детей. Меня оштрафовали. И вот теперь будет заседание Верховного суда по тому, что обязательно ли преподавать государственный язык в школах Татарстана или не обязательно. И так дальше будет продолжаться.